Назым Айнабек по душе светлый мех, а короткая или длинная шубка – второй вопрос. Девушка уверена, главное, чтобы зимняя одежда пришлась по душе. Мне норка нравится. Норка нравится? Да, норка белая, коричневая нравится. Светлый. Да, светлые тона. Назым пришла на выставку меховых изделий вместе с родителями. И если сама она выбирает по цвету, то старшее поколение очень внимательно относится к качеству. Покупка шубы – дело серьезное, особенно когда пушистые зимние вещи покупаются для всей семьи. Качество здесь хорошее, отличное. Вот даже вот пошив красивый, модели последние. Вот этот, например, последний выпуск модели. А дочка у меня тоже, она современная. Она вот мне говорит, вот мама, последняя мода вот такая, вот такая. А мы же все-таки уже старшее поколение, все же по-своему, на свое все скидываем. А сейчас вот, например, вот эту вот шубу примерила я, нравится. Нравится. И муж вот тоже пришел, говорит, может и мне что-нибудь подберем. На выставке продажи «Союза меха» представлены новые зимние коллекции шуб, манто, жилетов и меховых шапочек. Зал постепенно заполняется покупателями, и консультанты готовы подобрать шубку на вкус ее будущего владельца. Выбор великолепный. У нас очень большой ассортимент жилеток, начиная с норки, писец, чернобурка, лиса, потому что это очень сейчас модно, в тренде. И у нас еще есть такие, как бы это, в моде не такие уже вот такие цвета, как обычно, там темные, махагон, а уже такие более яркие, светлые тона. Есть и розовые, и голубые, и светлые, и белые, белая норка. Еще у нас как бы представлена еще эксклюзивная коллекция, это такие в основном модели из канадской норки, более такой представительский класс, тоже как бы на любой вкус. В этом году зима холодная, и мы решили тоже, что вот нужно продавать и головной убор. Когда человек приходит, хочет выбрать и шубку, и к шубке сразу шапочку подобрать. У нас есть мутон, норка, тоже такая цветовая палитра очень богатая. Хорошая шуба из мечты может превратиться в реальность. И для этого даже не нужно уходить с выставки. Сразу несколько финансовых организаций готовы оформить рассрочку на меховую одежду прямо в демонстрационном зале. Выставка «Союз меха» проходит в Корме, в микрорайоне Нурсат, около административно-делового центра. Продлится выставка до 4 декабря.